Это был 2016-й. Это была Третья мировая война. Смотри, какая хитрая машина. Кажется, типа анангарский трамвай. Кто не весел? Я не весел! А вот и вамши фиксики, блин. Господи, я никогда не рассматривал их с такой стороны. Ребят, давайте отойдем. Давай, это на газу или на чем? Че рядом с котом делает мусорный пакет? Всем приветульки, красотульки! С вами... Так, тихо, подожди. Ну, вы знаете, да, кто мы? Серьезно. Без лишних приветствий. Без лишних приветствий. Да. Мы сейчас вышли из нашего постоялого места, блин, где мы в последнее время что-то так часто зависаем. Вот, там, скорее всего, завтра будет банкет. Просто завтра будет там прикольный кальян на ананасе. Сколько мы уже грязимся показать вам кальяны. Блин, вот жалко сегодняшний грейпфрут пропустили. Но грейпфрут это такая сказка. Слушай, у нас последние влоги только о кальянах, да кальяны, блин, что это вообще ненормальная хрень. Ладно. Вот. Еще какой момент? Мне Алена подарила классную сумку. Смотрите, просто я такой довольный. Вот. Правда, носит в основном она ее. Ну, тут вот я решил потаскать. Да. Ну, она клевая. Ну, она реально классненькая, мне нравится. Спасибо тебе, родная. О, за забота. Не-не-не. Вот. Ну и что? В принципе, мы сегодня выбрались из дома и... Это уже день удался. Это, считаю, уже первый день удался, но мы, по сути, уже направляемся домой. Я не знаю, что еще добавить на сегодняшний день. Мы сейчас пойдем, опять будет у нас монтирование, съемка, стримы. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот так и каждый божий день. Вот. Я уже говорил, да, о том, что я больше... Скорее уже не снимаю каждый день влоги, потому что событий не так много, я скорее стараюсь как-то компоновать все. Вот-вот, вы посмотрите, какой у нас радужный город, так много это красок. Это уже все уже в курсе, все прекрасно. Нет, кстати, посмотрите. Есть, кстати говоря, идея походить по нашим городским местам, именно показать сам город, что он из себя представляет, достопримечательности и так далее, так что, думаю, этим мы займемся в ближайшее время. Вот, но по поводу ежедневных влогов, может быть, конечно, они не такие ежедневные, но в итоге я решил, что сам формат я уже оставлю навсегда. Вот, то есть гораздо чаще будут уходить влоги такого типа, не 30 дней, как это планировалось. В общем, all life, all life. Вот. Ну что ж, да, до следующих кадров. Да? Ну что, Алена, поедем обои клеить. Классно, да? Нюхай. Да, клеим сейчас, зашибись. Что мы все-таки возьмем, так? А что рядом с котом делает мусорный пакет? Какой же отсюда просто обалденный вид. Ну, с чувством выполненного долга можно и покушать. Вы бы знали, как мы вкусно сейчас покушали, особенно после рабочего дня, когда мы целый день клеили обои. 4 часа. 4 часа клеили обои, но, выйдя на улицу, мы обнаружили, что у нас ухудшается погода. Покажи облака.
по какие-то облака. Облака, да. Читина. Ну, короче, сегодня такой странный день, в принципе, получается, воскресенье, одновременно Пасха и 1 мая. Вот, мы сейчас с Аленой поедем на парад, вот, и будем идти прямо в колонне. Короче, снится, что тоже вот, ну, утром, дайте мне колонна, идем по этой площади, и просто вот эта колонна идет, а ее никто не смотрит, никого нет вокруг, только сама колонна есть, а вокруг людей нет. И половина колонны плачет из-за этого, типа, вот. Так это похороны? А почему так бывает? Если это похороны, то это были почему-то, понимаешь, похороны города. Детский городок. Это была Третья мировая война. Апокалипсис, день без людей. Зона отчуждения просто, понимаете? Без ЧС. Каждый день ЧС. По вечерам. Чудеса и приключения, да? Но люди что-то вон разворачивают свои малые бизнесы. Он кто-то вообще в этом в белом халате медицинские услуги предоставляет. Сахарная вата. А, это сахарная вата? Да, они должны быть на шапочке. Я не понял, вообще, во сколько праздник? Что, серьезно? А ты смотри, никого нет. Ни хрена себе, серьезно? Мой сон вещи, что ли, оказался? Я не понял. Сейчас 9 утра. Не, ну как бы в 10 начинается шествие, правильно я понял? Рано приехал. Что-то мне крипово маленько. Ага, добрый день, Владимир Владимирович. А во сколько шоу-то начинается? А, в 11? Можно с вами познакомиться? Можно? Мы пойдем все равно сейчас отсутствуем. А по-моему, это вот так нельзя. На таком велосипеде такие звуки издавать. И красочно. Короче, ребят, как ни крути, веселье безудержное. Вон трамвай давит людей, как бы все отлично, особенно вон та колонна меня вообще привлекает. Вон, видите, есть колонна нот, это антивирус. Но вот этот вирус, конечно, вообще жесть, нормально. Ты хоть их узнаешь? Что за существо? Карлсон. Шиболина. Вон тот доктор мне больше всего прикалывает. Самый нормальный. Так это не карнавал, это марш трудящийся вообще, 1 мая же. Ну, типа, там эти, как они, винтики, шпунтики, как они же? Фиксики, вот их называют. Тоже, типа, своего рода трудящиеся. Пацаны. Правильные. Пытаются конкурировать с Машей и Медведем. Плохо получается пока что. Вот в том-то и дело, вот они, видишь, работают. А Маша и Медведя нету, да? А Маша и Медведя не работают. Где Маша и Медведь? Нету Маши и Медведя, блин, почему? Полиция написала. Да иди. Нормально. Почта России поедет последней. Как бы символично. Да, она всегда самая последняя. Так как там написано нот, его можно еще читать и в обратную сторону, как дон. Но если бы мы были за ОНД, то мы бы, скорее всего, шли бы сейчас за дно. На дно! По заказу Министерства здравоохранения Иркутской области ездит тут, блин. Знаешь, как ловушки такие. Путевку в ад, блин. Смотри, едет очередная человека-давка. А это кто что пожалел? Ну-ка, смотри. Так, ну-ка. Давим людей! Пожалел, 60 рублей задавили нахрен. Мороженое сливочное, Ангара. Мороженое. Море удовольствия. Мороженку бы. Смотри, какая хитрая машина. Прячется, типа, она ангарский трамвай.
А мы-то все видим, блин, нас не проведешь. Ты не трамвай, собака. Да ты... мы тут видели ваши трамваи. Пожалели, суки, 60 рублей. Гипс — это наше все. Да, гипс — наше все. Как с гармошкой? Мне больше нравится, они вот реально вот груз такой везут, типа гипс. На кой хрен они вообще взяли и снадили машину гипсом? Этот волшебный белый порошок. Знаешь, типа гипс всем, блин. Знаешь, как хлеб раздают там голодающие времена, только гипс. По мешку, да, в толпу. Мне кажется, у них там не гипс. Вот она! Белый волшебный порошок, вон о чем. Ну, молодцы! Веселящий, бодрящий. А он еще заметил этот зеленый тона. Значит, я почему-то реально, когда увидел, ну, они коноплю там распространяют. А тут вот оно, сейчас я не справлюсь. Гипс, это теперь так называется. Кодовое название. Гипс. А я думаю, почему у нас на полках в последнее время много конопляной каши, блин. Нюхай, нюхай. Ребенок стоит, дышит этими выхлопными газами, вообще жутко. Господи, я думаю, что... Ребят, давайте отойдем. Давай, на... это на газу или на чем? Да на говне. КПРФ! Построить машину времени! Вернуться в прошлое! Красная угроза! Red Alert! Господи. Кто не весил? Я не весил! Ну не я! А вот и вообще фиксики, блин. Господи. Я никогда не рассматривал их с такой стороны. С такой точки зрения. С такой точки зрения, да. Да что рассматривать, даже не видел их никогда с такой точки зрения. Ангарский пол, мы сюда шли до цемента. Гипс народу! Каждому, в каждый дом гипс. Ну, в каждое окно. В каждое окно кирпич. В каждом из нас живет кусочек гипса, блин. И просто такие, знаешь, из больницы выходят все такие, переломанные, блин. Каждый из травмпункта. Каждый из нас живет в кусочке. Каждый из нас живет в кусочке гипса, блин.